быть здоровым, в первую очередь нужно правильно питаться, во вторую очередь, наверное, заниматься физическими упражнениями, но это неотъемлемая часть здорового образа жизни. В нашей семье главными продуктами являются это молоко, творог, сыр, йогурт. Я Женя Садько. В честь меня названа моя команда Shine and Company. Но сам я не скажу, что я веду очень здоровый образ жизни. Правильно питаться, наверное, будет самое простое. Каждый день на завтрак я ем йогурт, и мне хватает до обеда. Начинать уже, наверное, с детства, чтобы потом привыкать. А если сейчас уже, ну, тяп-ляп, там, обыяково относился к своему здоровью, то сейчас это будет очень трудно. Потому что вообще зависит от общества, с которым ты общаешься. Исключаю поменьше всяких там вредных, всякой вредной еды. Там каких-нибудь там фастфудов стараюсь поменьше, правильное питание, молочная продукция, которая тоже очень важна. Раз в неделю я обязательно утром творог ем, чтобы тоже как бы силы были в школе. Рациональное питание, там в интернете что хочешь, можешь найти. Заниматься спортом хоть иногда, но главное регулярно. Ну, без вредных привычек. ЗОЖ это, да, это, ну, возможно, трудно, потому что если следовать тем правилам ЗОЖа, то половину продуктов питания, которые мы употребляем ежедневно, то их надо просто вычеркнуть. И это очень трудно, потому что мы, как подростки, очень любим там сладости, там вредную пищу, там фастфуд и так далее, и это очень сложно. Надо как-то себя замотивировать, у каждого человека это по-разному.